на ремонте вот такая машинка микроволновая, работает, значит, ее название AFK, работает, но не открывается дверка, запала кнопка и не открывается. То есть все нормально. Сейчас покажу модель. Модель MWDGE. M. Вот такой. Поэтому, значит, вот так оно выглядит. Сейчас мы открутим вот эти винты по периметру. Один почему-то шестигранник. И один вот тут еще сбоку есть. А, и с другого боку тоже. Откручиваем, снимаем крышку и смотрим, как можно снять эту кнопку и посмотрим, что с ней можно сделать. Итак, открутил я винты, снимаем крышку с микроволновки и смотрим, в чем тут вопрос. А вот в чем вот эта вот часть, которая должна вот так вот подниматься с помощью, вот так она должна подниматься, а она поднимается вот одним концом, а второй выпал. Сейчас мы посмотрим. Смотрите, вот здесь есть один пыптик и должен быть еще второй, который в одну дырочку и во вторую. Тут во второй он так и остался, этот пыптик. Сейчас попытаемся его оттуда достать чем-то, пинцетом. Попытаемся пинцетом его оттуда достать. Но это не достается пинцетом. Толкнуть, значит, оттуда. Тут еще пинцет такой. Но пока достать невозможно. Может быть, придется открутить. Но суть в чем, что вот сюда, сюда нужно сделать такой же пыптик, но теперь уже механически каким-то образом. Я подумаю, как. Нужно нарастить. Просто приклеить не получится, потому что здесь нагрузка приличная. Но можно насквозь сделать такую какую-то втулку или болт. И вот прямо насквозь аж сюда его протянуть. И в принципе будет нормально. Не сильно, чтобы зазор тут оставался. Но прямо и вот. А эту часть можно полностью за лить клеем, по идее. Так что восстанавливаем механическую часть и будет все нормально. Уже я хочу показать, как я решил этот вопрос. Как видите, вместо этого, ну, этого пыптика, который здесь должен быть, я просверлил отверстие здесь насквозь, подобрал винтик, чтобы он вышел в обе части, еще и остался, и нашел. В принципе, этого будет достаточно, если мы сюда вкрутим винтик. А вокруг вот ту резьбу можно замазать, например, и вот так он будет выглядывать даже, как я закручу. А тут можно, например, холодной сваркой. Ну, я нашел у жены какие-то бусики были, вот такие пластиковые. Я отрезал кусочек. Сюда как раз вставляется винтик. И вот я сейчас так вкручу. Здесь останется этот пыптик. Единственный момент, что здесь на этой части было в конце еще расширение и разрезан пополам, чтобы он назад не выходил. То есть он в одну этим пыптиком вставляется и там расклинивается и назад не выходит. Теперь, кроме того, что я сейчас это сделаю, нужно придумать еще механизм, чтобы, видите, оно в одну сторону, в эту и в эту, в отверстие так вставляется, и потом же назад может вылезть. Ну вот надо придумать еще какой механизм, чтобы назад не выходил. Ну а сейчас я просто вкручу насквозь и все. Ну вот смотрите, я вкрутил, вот так это получилось. Сейчас капню сюда клеем, сюда клеем, сюда клеем, чтобы обыкновенным быстрым клеем, цианакрилатным суперклеем, проклею, чтобы
по резьбе не выскакивало. Ну и все. Собственно, первая часть сделана. Теперь нужно, смотрите, оно сюда уже вставляется. Без вопроса. Оп. Одной рукой не очень удобно, но вставляется. Вот. Встала и теперь входит. Но раз она сюда встала, она же может и назад выходить. Вот так. И вот тут нужно придумать какую-то приспособу, чтобы назад не выходило. Какой-то фиксатор придумать. Не знаю еще какой. Но что-то сейчас буду придумывать. Что я в этом отношении придумал? Смотрите, вот я в этой части просверлил отверстие рядом с краем, тонким сверлом. Теперь я сначала обставляю на место. И потом тонкой проволочкой уже по месту здесь, по-моему, здесь вставлю часть отверстия, выходит, и с этой стороны тонкую проволочку вставлю, и она изогну, и она уже назад возвращаться не будет. Вот таким образом я поступлю, только найду более-менее тоненькую, жесткую, не медную, чтобы, ну, в принципе, можно медную, если ее продеть и потом петелькой вокруг сделать, или типа гвоздика тоненького, ну вот что-то такое. Самое главное загнуть, чтобы он не выпадал. Ну вот таким образом поступлю, поставлю, и я думаю, все будет работать. Итак, что я сделал? Как видите, я проделал проволочку, ну это тоненькая проволочка от гитарной струны, и загнул с одной стороны в одну сторону, загнул с другой в другую. Все, теперь она не выходит, остается, и все, можно ставить на место. И теперь весь механизм будет работать. Ну, собственно, к чему мы и стремились. Таким образом можно отремонтировать данное устройство. Не знаю, удастся ли его теперь в собранном виде поставить на место. Наверное, надо сначала обставлять. Ну, сейчас постараюсь, как-то это не вставляется. Ну, думаю, что я как-то умудрюсь, потому что собираться тут на месте будет неудобно. Ну что же, решил я этот вопрос. Неудобно отсюда вставлять, а потом загибать с той стороны. Ну, однако, получилось. Я сначала с одной стороны загнул, вставил, сделал ее таким немножко полукругом, она там... стало его видно, и пинцетом схватил и потянул. Ну все, теперь все открывает. Все работает. Вот так можно исправить сложную ситуацию, потому что без нее не работает. Хотя сама микроволновка полностью исправна. Поэтому повторяйте, это возможно самостоятельно сделать. И не только это. На канале очень много видео по ремонту не только бытовой техники, но и электроники, и электроинструмента, и даже автомобиля. Повторяйте. Всего доброго. Увидимся на канале.